Привет, ребята! Посмотрите, это умный щенок. Сейчас мы с ним познакомимся поближе. Он очень интересный. Если ему нажать, к примеру, на животик, животик, он говорит животик. А если нажать на руку, рука, то он говорит рука. А сейчас мы нажмем на ножку. Нога. А где же его ухо? Вот оно. Ухо. А теперь, ребята, давайте прикоснемся к его сердцу. Сердце, я люблю тебя. Дети, а еще у этого умного щенка есть музыкальная лапа. И если ее нажать, он будет петь разные песенки. Давайте их послушаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ребята,